Shri Hara Bhagavan Jaya 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 J
Yashoda,
Hare
Jayananti mamutam, Jayananti mamutam,
शिन्तानुम् आश्रितम् मानुषिन्तानुम् आश्रितम् परां भवाम् अजानन्तोम् परां भवाम् अजानन्तोम् महाभूता महेश्वरम् महाभूता महेश्वरम् अवाञ्छितानि मां मुद्भाम् मनुष्यन्तानुमाश्रितम् परां भवाम् अजानन्तोम् मम भूता महेश्वरम् अवाजन्ति मम मुखा अवाजनन्ति मां मुद्भा मनुष्यन्तानुमाश्रितम् परां भवाम् अजानन्तोम् मम भूता महेश्वरम् अवाजनन्ति मां मुद्भा मनुष्यन्तानुमाश्रितम् परां भवाम् अजानन्तोम् मम भूता महेश्वरम् अवाजनन्ति मां मुद्भा मनुष्यन्तानुमाश्रितम् परां भवाम् अजानन्तोम् मम भूता महेश्वरम् अवाजनन्ति अस्मीव मां मिन्या मुद्भा глупцы манушим человеческое данум тело ашритам принявшего сварам трансцендентную бхавам природу аджананта не знающие мама мою Бхута всего сущего Маха Ишварам Верховного Владыку Перевод Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя всего сущего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из всего сказанного в предыдущих стихах этой главы ясно, что Верховный Господь, хотя и имеет человеческий облик, не является обыкновенным человеком. Господь, управляющий созиданием, сохранением и уничтожением материального космоса, не может быть обыкновенным человеком. Однако есть немало глупцов, которые считают Кришну просто могущественным человеком, не более того. В действительности, Он же изначальная Верховная Личность, что подтверждает Брахма Самхита и Ишварах Парамах Кришна. Он сам Верховный Господь. В мире много Ишвар, правителей, наделенных разной властью. В материальном мире в системе управления есть руководители разных рангов, директора и должностные лица, которыми руководят чиновники более высокого ранга. Они, в свою очередь, подчиняются министру, а тот – президент. Все они руководители, но подчинены одни один другому. В Брахма Самхите сказано, что Кришна является Верховным правителем. Безусловно, в материальном и духовном мире много правителей, но Кришна – Верховный Повелитель Ишварах Парамах Кришна, и тело его Сат-Чит-Ананда, нематериальное. Материальное тело не способно совершать чудеса, о которых рассказывалось в предыдущих стихах. Тело Господа вечно, исполнено блаженства и знания. Хотя он не относится к числу обыкновенных людей, глупцы смеются над ним и считают его человеком. Как обыкновенный человек. Друг Арджуны, воин и дипломат, участвующий в битве на Курукшетре. Во многих ситуациях он ведет себя как обыкновенный человек, но на самом деле его тело – воплощение вечного блаженства и абсолютного знания – Сат-Чит-Ананда Вираха. Это подтверждают и другие ведические писания. Сат-Чит-Ананда, Рупая Кришная, я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога Кришны, воплощением вечности, блаженства и знания. Гопала Тапани Упанишат. В ведах приведены и другие описания.
так и кам Говиндам. Ты Говинда, дарующий блаженство коровам и чувствам, садчитанангам и грехам. Тело твое духовно, вечно исполнено знаний и блаженства. Гопала Тахани Панишек. Омма гьяна тимирандасья, джанандана шалакая, чашуни камьяна, тасмай шри гураве нама, шичайтанья мановиштам, сабитам ена гумаре, сваям рупа кадамая, кадрати спапалантикам, Vandeham Shri Guru Shri Yata Parakamam Shri Guru Vaishnavamsyam Shri Rupam Sankrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Varita Shri Vishakha Vidamcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinyavantu Jagatpate Govisha Govika Kanda Rabrahanta Namostute Tata Kanchana Jorange Radhe Vrindavani Chare Vishapanu Sutadevi, Ramamani Haritvini, Vachakalpa Karubhyascha, Vipasindhu Nerevacha, Patitanam Pavanevyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. Om Vishnu Padaya, Krishna Vishtaya Bhutale, Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashyadyavesha Dharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is one of the very important verses in the Bhagavad Gita. Итак, один из важных стихов Бхагавад Гите. You see, Prabhupada long purport in relation to this verse. Мы видим, что здесь Прабхупада написал очень длинный комментарий к этому стиху. So Lord Krishna had been describing his relationship with the material energy. И здесь Господь описывает свои отношения с материальной энергией. He was describing how this material energy is under his direction. Он объясняет, что материальная природа находится под его управлением. So when we hear that the material energy is under his direction, then we may think Krishna must be something very wonderful, very different from everyone else. И когда мы слышим о том, что материальная энергия находится под его контролем, мы думаем, что Кришна удивительный, он не такой, как все. He must have a very special form to be able to control the material nature. И должно быть у него очень удивительная форма для того, чтобы контролировать эту материальную энергию. But Krishna says he appears in a human form. Но здесь он говорит, что он появляется в человеческой форме. But although he has a human form, although he appears like a human being, his form is transcendental. И хотя он появляется, его тело напоминает тело человека, однако оно полностью трансцендентно. So they're foolish, ordinary people. They cannot understand that Krishna is the Supreme Lord. И глупые, обычные, материалистичные люди, они не могут понять, что Кришна является верховной личностью Бога. Now many people, they will say, if Krishna was to come here today and I was to see Krishna, then I could know he is the Supreme. Эти люди, они бы, если даже видели Кришну сейчас, они никогда бы не поняли, что он является верховным. But 5,000 years ago, when Krishna appeared, there were only a few people who understood Krishna as the Supreme Personality of God. И 5,000 лет тому назад, когда Кришна приходил, только несколько людей смогли понять, что он является верховной личностью Бога. There were only a few very special devotees who were blessed with the eye. They could see that
Всего несколько преданных, у которых было особое благословение, они смогли понять, что это был Кришна, и смогли предаться ему. But there were many others who saw Krishna, but they didn't surrender to him. И было множество людей, которые видели его и не предались ему. They were not able to recognize Krishna as the supreme. Они не смогли признать в нем Бога. Because Krishna appears just like a human being. Потому что Кришна пришел в человеческом облике. Now it's not that he has taken a form like us, but we have taken a form like his. Это не означает, что он принимает такое же тело, как у нас. Нет, это мы принимаем такую форму, как у него. He is the original supreme person. Это он изначальный верховный Господь. And we have taken a form because he has a form. И у нас такая форма только потому, что изначально эта форма принадлежит ему. So even Lord Brahma, who is the chief of the demigods, has difficulty to understand Krishna as the supreme person. Даже Брама, который возглавляет всех полубогов, даже ему сложно понять, что Кришна является личностью. When Krishna appeared in Vrindavan 5,000 years ago, he would every day go to the forest with the cowherd boys. Когда 5,000 лет назад Кришна пришел во Вриндаван, то каждый день он ходил в лес с пастушками. And they would take the cows with them. And every day the cowherd boys would sit in the forest there and they would eat their rice and yogurt together. Они брали с собой коров, и эти пастушки, они вместе там обедали, они ели рис и йогурт. So Lord Brahma was watching and he was looking and he saw Krishna there in the forest sitting with all the other cowherd boys and they were eating each other's rice and yogurt and they were playing just like children. И Брама смотрел, он наблюдал за этим всем, он видел, что Кришна сидит с другими пастушками, и друг у друга едят рис и йогурт, и совершаются какие-то игры. Sometimes they would have wrestling contests together. Иногда они устраивали борьбу. And sometimes they would climb over each other's back, jump over each other's back, like playing leapfrog. Иногда они перепрыгивали через друг друга, через спину друг друга, вот так, как лягушка. And Brahma was watching and he was thinking, this little boy is supposed to be my worshipful lord. И он смотрел на этого мальчика, и это тот Господь, которому я должен служить. It's very difficult for him to accept that Krishna was his superior. Ему было очень трудно принять то, что Кришна является высшим. Just like in material world. To us, then we to have a particular they will command our respect. И также в материальном мире, когда мы воспринимаем кого-то выше нас, мы ожидаем, что этого человека будет определенное поведение, тот человек, который будет командовать, которого мы сможем уважать. But Brahma was looking and seeing Krishna and thinking he's just a little boy. А Брама смотрел на этого мальчика, это же всего лишь маленький мальчик. And of course that led to a problem because Brahma decided one day he took away the cowherd boys and the cows and left Krishna on his own. Это привело к определенной трудности. В один день Брама решил похитить всех пастушков и оставил Кришну одного. So when all the cows and calves were taken away, Krishna understood that this is Brahma playing a trick. И когда все коровы и пастушки исчезли, Кришна понял, что это Брама что-то затеял. So Krishna expanded himself and he took the place of all the calves and all the cowherd boys. И тогда Кришна распространил себя в форме этих пастушков и коров. And Brahma came back after one moment of his time. But one moment of Brahma's time was 1 year of time on this planet. И после того, как Брама похитил их, через мгновение, по его летоисчислению, одно мгновение, это равняется одному нашему году, он снова посмотрел на Кришну. Time on the higher planets is different from time on this planet. Время на высших планетах отличается от нашего времени. The demigods live a very long life. Полубоги живут очень долгую жизнь. So one moment of Brahma's time was 1 year on this planet. Итак, один миг для Брамы — это один год здесь. When Brahma came back, he was surprised because he was thinking
He had taken away all the cows in the cowherd boy. И Брама был очень удивлен, так как он думал, что он похитил всех пастушков и коров. But he saw they were all there. Но он увидел, что они все на месте. So he was thinking, how can it be? I've taken them away. How can they all be there? И он не мог понять, как это случилось, ведь я их всех похитил. Почему они все на месте? Actually, it was Krishna who expanded himself to take the place of all of these other boys and all the cows. Для него тогда стало очевидно, что это Кришна распространил себя в форме этих пастушков и коров. And during that one year, many pastimes took place. И в этот год произошло очень много различных игр. One of the pastimes which took place was that all the gopis got married. Например, одно из того, что произошло, это все гопи вышли замуж. Now all the gopis, they wanted to marry Krishna. Так как все гопи, они хотели выйти замуж за Кришну. So Krishna arranged that one year, when he was taking the place of all the other cowherd boys, that was the time when all the gopis got married. И Кришна устроился таким образом, чтобы в этом году он занял место всех пастушков, и гопи смогли выйти замуж. So they all got married to Krishna, actually. И так получилось, что они вышли все замуж за него. Although it appeared they were not marrying Krishna, because it was Krishna playing the part of all the other cowherd boys. Это не был Кришна лично, это был Кришна, который играл роль этих пастушков. So Krishna fulfilled all their desires. Таким образом Кришна исполнил все их желания. Now, Lord Balaram wasn't there that when Lord Rama had stolen away all the cowherd boys and cows. That one day, Lord Balaram had not gone out to the forest. В тот день, когда Брама похитил коров и пастушков, в этот именно день Баларама не пошел в лес. His mother Rohini had kept him back that day. В тот день мать Рохини не пустила его. There was some festival, there was some function taking place, so she said, "You stay back today, but don't go to the forest." В тот день происходил какой-то фестиваль, служба, и она сказала, не ходи в этот день в лес. So Lord Balaram, he wasn't taken away by Rama. И поэтому Господа Баларама, его Брама не забрал. So what happened during that one year, when everyone was taken away by Rama, and Krishna was playing the part of the cows and the cowherd boys? Что происходило в течение этого года? Все коровы и пастушки были забраны Брама, и Кришна играл их роль. So one day, the cows were grazing on the Govardhan hill. И в один день коровы паслись на Говардхане. And Krishna and the cowherd boys, they had the small cows, they had the calves at the bottom of the hill. А Кришна с пастушками и телятами, они были у подножия этого холма. Now in Vrindavan, there's a lot of cows. Krishna's father has 900,000 cows. Во Вриндаване очень много коров. Только у Кришны, у отца Кришны было 900 тысяч коров. A lot of cows. Очень много коров. So the young boys would take care of the small cows. И мальчики, пастушки, они заботились о телятах. And the men would take care of the older cows. А взрослые пастухи, они заботились о коровах. And there are bulls also. The bulls, they generally do things like pull the carts. И быки, они также были заняты, они тянули телеги и работали в поле. Different services to do. Другие какие-то выполняли работы. So the men were up on Govardhan Hill with the cows. And when the cows saw the calves at the bottom of the hill, then the cows began to run down the hill. И пастухи, они были на вершине этого холма с коровами, но когда коровы увидели своих телят внизу, они просто опрометью побежали вниз. Oh, this was not supposed to happen. The cows, you know, the cows are giving milk, and they're not. И это не должно было произойти, потому что корова, ее должны были подоить, но если я сейчас выпью теленок, у нее не будет молока. But when the cows saw all the calves at the bottom of the hill, they came running down. Но эти коровы, когда они видели телят, они помчались вниз. And the men who were taking care of the cows, they were angry. They thought, "Oh no,
There'll be no milk. The cows will lose all their milk. И эти пастухи, они так разозлились. О нет, эти, мы сейчас все, мы остались без молока. And the men had to come down from the Govardhan Hill. И эти пастухи тоже побежали вниз. So the cows came down to the calves. И так коровы спустились к телятам. Now these calves were not so small. They were not very small. Эти теляты, они не были очень маленькими. And usually when the calf begins to grow, then the mother cow will not give the milk to the calf. И обычно, когда телята подрастают, коровы их уже не кормят молоком. Because she thinks the calf's already grown up, doesn't need the milk, it can eat grass. Потому что корова думает, зачем его кормить молоком, он уже вырос, может есть траву. But these cows were all giving milk to their calves. Но эти коровы, они начали кормить молоком этих телят. And then the old man came down the hill, and they came down to see the young boys. And at first they were very angry, but when they came down to see the young boys, they became very kind. Это они в гневе, они бежали вниз, но когда они добежали и увидели там своих сыновей, они очень обрадовались. And they became very affectionate to all the boys, and they embraced them, and they patted them on the head. Они были очень рады видеть своих детей, они стали обнимать и гладить по голове. So Lord Balaram was watching all of this, and he was very surprised. И Господь Баларам смотрел на это и был очень удивлен. He was thinking, why so much affection? This is unusual. Он смотрел на это все и думал, почему так много проявления любви, как-то необычно? Lord Balaram began to understand that all of these cows and all of these calves, all of the cows and all the cowherd boys, they were all actually expansions of Krishna. Господь Баларама начал понимать, что все это были экспансии Кришны, и пастушки, и коровы. And it shows us that the person who we really love the most is Krishna. И таким образом было ясно, что личность, которую любит больше всего, это Кришна. We don't love the body. Мы не любим тело. We think we like the body. Мы думаем, что мы любим тело. But the person we really love is the soul, not the body. Но то, кого мы действительно любим, это душа, а не это тело. And that soul is a part of Krishna. Так как душа является частью Кришны. So it is Krishna who is the supreme lovable object. Так как Кришна является высшим объектом любви. And he appears in this world just like an И он появился в этом мире как обычный простой человек. So it's difficult for people to understand how Krishna is the supreme God. Understand that he is the supreme personality above all others is very difficult. Да, он выглядит очень привлекательно, но очень трудно понять, что он стоит над всеми нами и является верховным. So we have to understand that before we try to understand Krishna, we have to understand who we are. Итак, мы должны понять, что перед тем, как мы сможем понять, кто такой Кришна, мы сначала должны понять, кто мы. Just like in the Bhagavad Gita, Krishna doesn't introduce Bhakti Yoga until he first of all explains about the soul. Как, например, в Бхагавад Гите, Кришна ничего не говорит о Бхакти Йоге до того, как он не объяснил, что такое душа. If we want to tell people about Krishna, it's very difficult. Если мы будем объяснять людям о Кришне, это будет очень трудно. Because people generally don't know they're not the body, they don't know that they're a soul. Люди в целом, они вообще не знают то, что они являются душой, они думают, что они это тело. So how can they ever understand Krishna? Так как тогда они смогут понять, кто такой Кришна? So the first thing is to explain who we are. Итак, первое, что нужно сделать, объяснить, кем мы являемся. In fact, there's even an offense in chanting the holy name. The ninth offense is to instruct faithless persons about the glories of the holy name. Есть 9 оскорблений, есть 10 оскорблений и святого имени, и 9-е это заключается в том, что объяснять славу святого имени неверующему. Now we can tell everyone to chant Hare Krishna. That's not wrong. That's not an Мы можем всем говорить подряд, повторяйте Харе Кришна, это не будет оскорблением. But if we tell them about the intimate pastimes of Krishna,
and about the powers of the holy name, then it becomes wrong. Если мы начнем рассказывать о сокровенных играх Кришны либо о могуществе святого имени, это будет неверно. We can go everywhere and chant Hare Krishna. Мы можем идти куда угодно и повторять там святые имена. There's no harm. Не будет никакого вреда. But when we start to tell people about Krishna, we have to be careful. Но если мы начинаем рассказывать людям о Кришне, мы должны быть очень осторожны. We have to first of all create faith in the holy name. Мы сначала должны создать веру в святое имя. People must have some faith, and we want to tell them, for example, first of all, who they are. У людей должна появиться вера, и для этого нам нужно сказать, кем они являются. That we're not the body, that we're all spiritual beings, we're all souls living in a material body. Мы должны сказать, что мы не это тело, мы вечные души, которые живут в этом материальном теле. And this material body is given life by the spiritual particle, by the soul. И это тело живо только благодаря тому, что в ней находит духовная душа, частица Бога. Шрила Прабхупада would ask, what is the difference between the living body and the dead body? Шрила Прабхупада спрашивает, в чем разница между живым телом и мертвым телом? So materialistic people will say, oh, there's no consciousness. И материалистичные люди, они объясняли, что нет сознания. But they do not understand where the consciousness comes from. Но они не могли понять, откуда берется это сознание. Consciousness comes from the soul. Сознание исходит от души. Just like there's sunlight in the sky, the sunlight comes from the sun. Например, как солнечный свет в небе, он исходит от солнца. In the same way, consciousness is spread throughout the body because there's a soul in the body. Таким же образом сознание распространяется по всему телу, потому что в нем есть душа. That soul is a living force within the body. Эта душа является живительной силой всего тела. And when the soul leaves the body, then it becomes a dead body. И когда эта душа покидает тело, это тело становится мертвым. So we first of all have to create faith in people to understand that they're not the body. Поэтому сначала нужно создать в людях веру в том, что они не являются этим телом. If we can understand who we are, then we can go on to understand who is Krishna. Если мы сможем понять, кем мы являемся, тогда мы сможем понять, кто такой Кришна. Because we are all souls, we are tiny parts of the Supreme Soul. Мы являемся душами, мы являемся крошечными частичками абсолютной души. We have the quality, but not in. У нас есть такие же качества, как у Кришны, но не в таком количестве. We are also spiritual beings. Мы также духовные существа. And Krishna is the supreme spiritual being. А Кришна – это верховное духовное существо. We have a material body. У нас есть сейчас материальные тела. And Krishna also has a body, but not a material body. И у Кришны также есть тело, но оно не является материальным. Krishna's body is spiritual. Его тело духовное. Now sometimes people say spiritual, they think, you mean like a ghost? No, not a ghost. И некоторые люди иногда думают, духовное, то есть вы имеете в виду как призрак? Нет, это совершенно не призрак. Ghosts have mental material. У призрака, у него материальное тело. They don't have a spiritual. У него нет духовного тела. But they're also souls. Но там есть душа. But they don't have a material, they don't have a gross physical body. Но у него нет грубого физического тела. They have a subtle form. У него есть тонкое тело. So they cannot satisfy their desires in the subtle form. И оно не может удовлетворить свои желания в этой тонкой форме. So that is why sometimes ghosts try to possess another person's body. Поэтому иногда призраки, духи пытаются завладеть чьим-то другим телом. And when they want to possess another person's body, they will find someone who is intoxicated, who is not in control of their mind and senses. И обычно, когда они хотят завладеть таким телом, они ищут тот, кто находится под этой интоксикацией, тот, кто не может контролировать свой разум и чувства. But Krishna's body is
transcendental, it is spiritual. Но тело Кришны, оно трансцендентно, духовно. But it appears just like another person's body. Но оно выглядит как обычное тело другого человека. But it is spiritual means its nature is eternal, full of bliss and knowledge. Духовно означает, что оно вечно, полно знания и блаженства. Our bodies are just the opposite from Krishna's body. И наши тела, они абсолютно противоположны телу Кришны. Our bodies are temporary, full of misery and ignorant. Наше тело временно, полно страдания и невежества. Krishna's body is not of this material world. Тело Кришны не из этого материального мира. He appears to take birth. Он лишь делает вид, что рождается. But actually his birth is not like our birth. Но его рождение не похоже на наше. You know, when Krishna was born, he appeared in a four-armed form, decorated with ornaments and jewelry and turban and other clothing. Мы знаем, что когда Кришна родился, он появился в своей четырехрукой форме со всеми украшениями, с тюрбаном на голове. No, you have given birth to children. Did you ever give birth to a child like that? У вас когда такие дети рождались? It would be a shock. Это было бы шокирующе. So when Vasudev and Devaki saw Krishna appear to them in that form, it was also a surprise to them. И даже когда Васудева и Девяки появился Кришна в такой форме, они были удивлены. But they were devotees. They could understand he was the Supreme Lord. Хотя они были преданными, они могли понять, что Кришна является Верховным Господом. Но он пришел как их ребенок. So Krishna, his birth is not like our birth. He chooses where he will appear. He comes, he appears as a child of his devotees. И рождение Кришны не похоже на наше рождение. Он сам решает, где мы ему появиться, и он приходит через своих преданных. I was distributing books one day in Europe, and one young man said to me, I know Krishna cannot be God, because Krishna has a mother and father. Однажды я распространял книги, это было в Европе, и встретился один человек, который сказал, Кришна не может быть Богом, я это точно знаю, потому что у него есть отец и мать. And then he said to me, Shiva is God, Shiva is light. И он сказал мне, что Шива является Богом, Шива — свет. So, he understands, even, how can we understand God as light? Как мы можем понимать Бога как свет? That is one aspect of God, but it is a very small part of God. Мы можем понимать, что это маленький только аспект Бога, но не сам Господь. God is light, much more light. Да, Господь свет, и очень, гораздо больше, чем свет. One girl was chanting Hare Krishna mantra, and she said to Prabhupada, she said, Prabhupada, I am seeing light, I'm seeing a bright light. И одна девушка, она повторяла Hare Krishna Maha mantra, и она сказала Прабхупаде, когда я повторяю, я вижу свет, я вижу яркий свет. Prabhupada said to her, keep chanting, it will go away. Прабхупада сказал, продолжай повторять, это пройдет. And in the Upanishads, it says if there's a light, we have to go through the light to find the source of the light. В Упанишадах сказано, что если мы видим свет, то мы должны пройти сквозь этот свет, чтобы найти источник. Just like with the sunlight, it has a source. It comes from the sun planet. Теперь как солнечный свет, он имеет источник, это планета Солнца. So in the same way, light. We see this light, the effulgence. Where is it coming from? All of this energy, energy also has a source, and its source is with Krishna. Весь этот свет, все это сияние, вся эта энергия, у нее есть источник, и этот источник это Кришна. And he comes in this world as a person to perform pastimes. We've read in the Bhagavad Gita. И мы читаем об этом в Бхагавад-гите, почему Кришна приходит в этот мир. He has a mission. He
he comes to give pleasure to his devotees, to kill the demons, and to re-establish the principle of religion. Кришна говорит, что я прихожу, чтобы принести удовольствие своим преданным, восстановить устои религии и наказать неправедников. Кришна has a purpose. He appears in this world, and he also stays for some time, then he disappears from this world. Кришна проявляется в этом мире, какое-то время здесь находится, затем покидает этот мир. His birth, his activities, and his disappearance from this world are not like ours. Но его появление, все его действия в этом мире и его уход не такие, как у нас. The acharyas, the teachers give the example, they say, just like the sun appears every morning. Ачарья приводит пример, как солнце встает каждый день. So when the sun appears in the sky, it's not a new sun, it's the same sun, but just previously it was hidden from vision. Каждый раз восходит одно и то же солнце, это не какое-то новое солнце. Просто как на какой-то момент оно скрывается от наших глаз. In the night, the sun is hidden from vision. Но перед ночью солнце скрыто от нашего видения. But then, as morning comes, the sun rises in the sky. Но с приходом утра солнце поднимается в небо. In the same way, Krishna is always present everywhere, in everything. И таким же образом Кришна присутствует всегда и везде. But some certain times he will appear. Но в какое-то определенное время он проявляется. And the times of his appearance are all described in the scriptures. И время его появления описано в священных писаниях. Sometimes people claim that they are God. Иногда некоторые люди заявляют, что они Бог. So we ask them to prove it. Let show us in the scriptures where it says that you are God. И мы просим этих людей оказать, где в писаниях написано, что вы Бог. Because all of the different incarnations of the Lord are mentioned in the scriptures. Потому что все реинкарнации Бога, они указаны в Писаниях. Where he will appear, what he will do, and who his parents will be. Как он будет выглядеть, что он будет делать, и кто будет его родителями, где он появится. Of course, it's surprising that God can have parents. Конечно, это удивительно, что у Бога есть родители. You think he's supposed to be the father of everyone. How can he have mother and father? Мы думаем, ведь он является отцом всех, как у него может быть отец и мать? So some devotees, they like to have that relationship with Krishna. Но некоторые преданные, они хотят именно этот вид отношений с Кришной. They think of Krishna as their child. Они думают о Кришне как о своем ребенке. And they think how to protect Krishna. Они думают о том, как защитить его. It's a relationship which devotees can have with God. Это те отношения, которые преданный может иметь с Богом. In Christian theology, we think of God as our father, and we are his child. В христианстве люди думают о Боге как об отце, а мы его дети. So we pray to God, give me bread. И поэтому молимся Богу, Господь, дай мне хлеба. We pray to God, our father, please give me bread. Мы молимся, о наш Отец, дай нам хлеб. But in Krishna consciousness, the devotees, the pure devotees, they don't ask God for bread. Но в сознании Кришны чистые преданные, они не просят Бога о хлебе насущном. They think of God like their son, and they want to feed God. Они думают о Боге как о своем сыне, и они хотят накормить его. They make bread and offer it to God. Они сами делают хлеб и предлагают его Богу. Rather than taking service from God, they want to give service. Вместо того, чтобы получать какое-то служение от Бога, наоборот, они хотят сами служить Богу. It's better to give than to receive. Лучше отдавать, чем получать. So the concept of God in this philosophy of Bhagavad Gita is higher than the philosophy that we would find in Christianity. И поэтому концепция Бога в данной философии сознания Кришны находится выше, чем концепция Бога в христианстве. So we have to understand that Krishna is a person and he has a transcendental form.
Мы должны понять, что Кришна является личностью, и у него есть трансцендентная форма. But there are people called impersonalists who say that God is everywhere. He's in everyone. Но есть имперсоналисты, которые заявляют, что Кришна находится везде, всюду. And he cannot be a person. И он не может быть человеком, не может быть личностью. So there are. We have to understand that God is in everyone's heart. Да, есть такие люди, но мы должны понимать, да, что Господь находится в сердце каждого. He's in everyone's heart as a super soul expanded into the heart of all living entities. Он находится в сердце каждого живого существа, распространяя себя в особой форме. So everyone's body, all of our bodies are all like a temple of God or a church of God. Поэтому тело каждого живого существа это как церковь, это как храм. So we should respect everyone as being part of God. И поэтому мы должны к каждому относиться с уважением, как части Бога. There are different kinds of devotees, different levels of devotees. Существуют разные виды преданных, разные уровни. They're all devotees, but they have different. Они все являются преданными, но у них есть разные понимания. On the lower level, a devotee, they think of God in the temple. На низших уровнях преданные думают о Боге, который находится в храме. And in some temples, they will have the deity, the form of God. И в храме Господь представлен в виде божеств. Now here we only have pictures. Здесь у нас есть только изображения. But if you go to some temples, like some of our other centers in Abaras, Vladivostok, they have the actual deity, the form of God. Yes, но если мы посмотрим в другие места, в другие центры, в Хабаровске, в Владивостоке, там Господь представлен в виде божеств. So someone may think God is in the temple. И поэтому некоторые думают, Бог находится в храме. He's in the deity. Он в божествах. Well, he is. Да, он там. But he's not only in the deity. Но он находится не только в божествах. God is everywhere. Господь находится везде. He is in the deity, he is in the temple, he is in the heart of everyone. Он находится в храме, он находится в божествах, и он находится в сердце каждого. So one who sees God only in the temple, that is the lower level of the temple. И те преданные, которые думают, что Господь находится только в храме, в божествах, это низкий уровень. On a higher level, one sees God not only in the deity, but he will offer respects to the deity, and he will also associate with the devotee. На следующем уровне преданный понимает, что Господь находится не только в божествах, он понимает, что он есть в божествах, но он также общается с преданными. And he will give mercy to innocent people. И он начинает проливать милость на невинных людей. But he will avoid people who are atheistic or blasphemous. Но он избегает атеистических людей. He will avoid these people because he knows that if he will talk to them about Krishna, they will just say more bad things. Он избегает атеистов и оскорбителей, потому что он знает, что если сейчас он начнет говорить с ними о Кришне, это наносит оскорбление. And it's not good to hear these bad things. И это не является хорошим слушать эти вещи. And it doesn't help the person who is saying these bad things. И также это нанесет вред тому, кто их произносит. So a devotee will make distinction between different people. И этот преданный, он делает различия между людьми. Who to be with and who to avoid. С кем быть, с кем общаться и кого избегать. We have to be a little intelligent to understand who to talk to and what to say to different people. Мы должны использовать свой разум для того, чтобы думать, с кем общаться, что говорить. Not everybody is ready to hear about Krishna. Совсем не каждый готов слышать о Кришне. So the second class devotee, the intermediate devotee, he can make these distinctions. Итак, преданный второго класса, посерединный класс, он может делать эти различия. But on the higher level, there's a devotee who sees God everywhere, in everyone.
Но на высшем уровне преданный видит преданного, видит Господа везде и во всем. And he thinks everyone is serving Krishna. Он смотрит вокруг и видит, что все вокруг служат Кришне. So he does not preach to anyone. Поэтому он никому не проповедует. He only does his own chanting. Он просто повторяет. Because he thinks everyone's already serving Krishna. Потому что он смотрит вокруг, все уже служат Кришне. No need to talk, no need to tell them. Нет необходимости им об этом говорить. So they just keep themselves busy. They're just chanting Hare Krishna. Поэтому он занимается своим баджаном, просто повторяет Хари Кришна. So, on the highest level, the devotee, they just simply chant all day, and they just do their own practice of devotional service. Поэтому на высшем уровне преданный, он занимается просто тем, что повторяет священные имена и занимается своей собственной практикой. So sometimes somebody is on the highest level. They may come down to the intermediate level. Иногда так происходит, что те, кто находится на этом высоком уровне, они спускаются до среднего. Because they want to give mercy to others. Потому что они хотят дать милость другим. They want to encourage the innocent people. Они хотят вдохновить невинных людей. So Krishna is describing in this verse that some people think he is an ordinary person. Итак, Кришна описывает в этом стихе, что некоторые люди считают его обычным человеком. Some people even think that when Krishna appears, he is an expansion of Vishnu. И некоторые люди даже думают, что раз он появляется в этом мире, значит, он экспансия Вишну. Just like I remember one time looking in the dictionary, and I looked up the word Krishna, and it said the eighth incarnation of Vishnu. Я, например, однажды посмотрел в словаре, и там было указано, что Кришна — это восьмая инкарнация Вишну. So someone may think, oh, Vishnu is the supreme, and Krishna is the expansion from Vishnu. Это значит, что кто-то думает, что Вишна является верховным, а Кришна — это только его экспансия. But actually, according to this verse, it is Krishna who is the supreme. Но согласно этому стиху, Кришна является верховным. And that is also confirmed in the Srimad Bhagavatam. Это также подтверждается в Шримад Бхагаватам. That Krishna is not an avatar, but he is the avatari. He is the source of all avatars. Кришна не является аватарой, он является аватари, то есть источником всех аватаров. Krishna is the supreme, the original first, and from Krishna comes Vishnu. Кришна является верховным и изначальной личностью. Из него исходит Вишну. And from Vishnu comes the material world. А из Вишну исходит материальный мир. And so many other incarnations also come from Vishnu. И много других инкарнаций исходит из Вишну. But when Krishna comes, this Krishna who came 5,000 years ago, he is the original supreme personality of God. 5000 лет назад, когда Кришна приходил сюда, он был верховной личностью Бога, изначальной личностью. So in this way, Krishna is explaining his position over everything. Итак, Кришна объясняет свою позицию в отношении всего. Now, if we think Krishna is an ordinary person, what happens? И если мы все-таки будем думать, что Кришна это обычный человек, что случится? Even sometimes devotees. People are devotees, but they still think Krishna is an ordinary person. Бывает даже, что преданные думают, что Кришна это обычный человек. They think, well, Krishna here is just somebody with good karma. Они думают, вот Кришна это был какой-то человек с хорошей кармой. He was a great person in history. Это какая-то великая личность в истории. There's so many great men in history. Why were they great? They had good karma. Было очень много разных личностей в истории. А у этого была просто хорошая карма. No, Krishna must have had also good karma. Krishna must have also had good karma. Вот у них была хорошая карма, и у Кришны должно быть тоже была хорошая карма. And how did he get good karma? He must have done a lot of pious activities. И как он получил эту хорошую карму? Он должно быть совершил очень много благочестивой деятельности. No, it's not true. It's not right at all. Нет, это совсем неправда. Krishna is the controller of all the energy. Кришна является контролирующим всей энергии.
the material energy is under his control. Материальная энергия находится под его контролем. So he doesn't get punished or rewarded by the material energy. И Кришна никогда не получает никакого ни наказания, ни вознаграждения от этой материальной энергии. It's his energy. Это его энергия. Just like you have a dog. Теперь как у вас есть собака. You know, the dog is your servant. He doesn't attack you. Это ваша собака, это ваша слуга, она не будет на вас нападать. So, he's under your control. Она находится под вашим контролем. The same with material energy, good and bad activities, they're also under the control of Krishna. Также и материальная энергия, плохие или хорошие вещи, все находится под контролем Кришны. We get free of the material energy by surrendering to Krishna. И мы можем избавиться от влияния материальной энергии, если мы предадимся Кришне. So, if we make the mistake of thinking Krishna is an ordinary person, then we get bad results. Но если мы совершим такую ошибку, что подумаем, что Кришна это обычная личность, мы получим плохие результаты. It is described in the next verse. Это описано в следующем стихе. That whatever you do, you will not be successful. Что бы вы ни делали, вы никогда не будете успешными. If you do meditation, Ashtanga yoga, meditating on the super soul, you will not be successful. Если вы занимаетесь медитацией, Ashtanga yoga, вы не добьетесь успеха. And if you do karma yoga, trying to enjoy material activities, you will not be successful. Если вы занимаетесь карма-йогой, пытаетесь наслаждаться в этом мире, вы не добьетесь успеха. And if you do jnana-yoga, trying to understand, get liberation to the Brahman, you will also be a failure. Если вы занимаетесь jnana-йогой, пытаетесь постичь величный Брахман, получить освобождение, вы также не добьетесь никакого успеха. Because we have not understood properly Krishna's position. Потому что мы не поняли положение Кришны. That Krishna is not an ordinary person. Что Кришна не является обычной личностью. We have to understand Krishna in relation to the scriptures. Мы должны понимать Кришну согласно тому, что написано в Писаниях. In Bhagavad-gita, Krishna tells Arjuna, "Hear from me, Arjuna." В Бхагавад-гите Кришна говорит: "Слушай меня, Арджуна." There are two ways to get knowledge. One is ascending, and one is descending. И Кришна говорит, есть два способа получения знания, восходящий и нисходящий. So we can try to understand Krishna by ascending. It means pull ourselves up. It's very difficult. И мы должны получать эти знания через нисходящий путь. Пытаться подняться самому очень сложно. Prabhupada gives an example. The young boy wants to know who is his father. Прабхупада дает пример. Мальчик хочет узнать, кто его отец. Are you my father? Are you my father? Are you my father? Вы мой отец. We can ask all the men that you could spend a long time to find your father. Он может потратить очень много времени, если будет каждого спрашивать, кто является его отцом. But if the boy goes to this mother, immediately the mother knows that man is your father. Но если он пойдет к матери, он тут же узнает, мать покажет на человека и скажет, вот твой отец. So the same way we want to understand Krishna. We have to hear from the scriptures, the Vedas, just like mana. И поэтому таким же образом, если мы хотим узнать, кто такой Кришна, можно обратиться к Писаниям, к Ведам. Это как мать. They tell us everything about. Эти знания, расскажут нам все о том, кто является нашим отцом. But if we try to understand on our own, by our own efforts, we will never understand. Но если мы своими усилиями захотим это понять, никогда не сможем. So ascending, just like pulling up, to go up, to climb up, it's very coming upstairs. It's more effort than going down. Подниматься всегда сложнее. Лезть по канату или подниматься по лестнице это всегда сложнее, чем просто спускаться вниз. Very easy to go down. Очень легко идти вниз. To come up, harder work. А вот взбираться это сложно. The same way with knowledge, to come up, to try to understand by our own efforts, is just simply a lot of trouble. Каким же образом с получением знания, если мы сами пытаемся получить это знание, карабкаясь вверх, это принесет нам много проблем.
in Bhagavad Gita, Krishna explains that by knowledge you make advancement very slowly. Krishna сказал в Bhagavad Gita, получается, by getting knowledge. By knowledge you progress very slowly. А через знание твой прогресс будет очень медленным. In Bhagavad Gita, Krishna says, after many births and deaths, one who is in knowledge surrenders to me. Только после многих рождений и смертей это знание вам может вернуться ко мне. It takes a long time by knowledge. Это займет очень много времени получать какое-то знание. But if we surrender to Krishna very quickly. Но если мы предадимся Кришне, для нас это будет очень просто и быстро. By devotion, Krishna can be understood. Через преданность Кришну можно понять. You get how to get devotion? И как получить эту преданность? You have to get it from a devotee. Ее можно получить только от преданного. Find the devotee who has got devotion. Найдите, can give you. Найдите преданного, который есть преданность, и он даст ее вам. You get bhakti from somebody who is a bhakta. Мы можем получить бхакти только от бхакты. If you say devotee, then please give me devotion. Если мы находим преданного, мы должны просить его, пожалуйста, дай мне преданность Кришне. Then we can understand Krishna very quickly. Тогда мы сможем понять Кришну очень быстро. But if you try to go by knowledge, it will take a long time. Но если вы пойдете путем знания, это займет очень долгое время. Okay, some questions. Так, есть вопросы? Дайте нам Кришну. Please give us devotion to Krishna. Give us Krishna. Yes, here, it's all here in the book. Все здесь, в книге. It's all in the holy name. И также в своем имени. Devotion to Krishna is in everyone. Преданность Кришне есть в каждом. In the Chaitanya Charitamrita, it is described Krishna Prem is in everyone's heart. В Чайтанье Чаритамрите описано, что Кришна Према есть в сердце каждого. But it has to be awakened by hearing. Но ее можно пробудить, слушая. You have to hear about Krishna. Вы должны слушать о Кришне. Then you can develop love for Krishna. Тогда вы разовьете преданность и любовь к Кришне. Lord Chaitanya always gave a lot of importance to hearing. Господь Чайтанья делал большой акцент на слушании. There was discussion between Ramananda Roy and Lord Chaitanya. Однажды было обсуждение между Рамананда Роем и Лордом Чайтаньей. They wanted to know what is the highest, what is the most important verse from the scriptures about the goal of love. Какой же стих является самым важным? И Рамананда Рой сказал сначала, Варнашрама. Do the duties of your different dhamma, of ashrams, occupation. Он сказал, через обязанности в различных варнах, в различных ашрамах. But Lord Chaitanya said, no, that's not so bad, not so important. Но Господь Чайтанья сказал, нет, это не настолько важно. So he said, give another verse. Приведи, например, другой стих. So then he said from Bhagavad Gita, offering the results of your work to Krishna. И тогда он привел стих из Бхагавад Гиты, предлагай все свои плоды Кришне. But Lord Chaitanya said, it's not enough still. Но Господь Чайтанья сказал, снова нет, этого недостаточно. Because you may offer the results to other people. You may not only offer to Krishna, you may offer to Shiva, Brahma, Ganesh, Buddha. Ты можешь предлагать не только Кришне, но можно предлагать Ганешу, и Шиве, и Будде. So Lord Chaitanya said, give another verse. Господь Чайтанья сказал другой стих. So then he said, surrender to Krishna, surrender. И тогда он сказал, предаться Кришне. But Lord Chaitanya said, well, people surrender for many different reasons. They don't always surrender just to get Krishna. Но Господь Чайтанья сказал, ну люди могут предаваться по разным причинам, не обязательно они предаются Кришне, потому что они хотят ему служить. Sometimes people
say I want to surrender to get away from my family. Некоторые предаются Кришне, чтобы сбежать от семьи. I want to get away from my debts. Maybe I'm owing a lot of money in the material world. Некоторые люди хотят просто сбежать от своих долгов, потому что уже наделали кредита. Sometimes people become monks in Buddhist countries. Some men, they're gangsters, and they've done many crimes. Then they become a monk, and they hide nobody. Некоторые люди становятся буддистскими монахами только потому, что в предыдущем они были гангстерами, и у них там много проблем. So people may also surrender like that for some other reason. Люди могут предаваться по разным причинам. So Lord Chaitanya gave another reason. И Господь Чайтанья сказал, дай другой стих. So then Рамананда Рай said that one should stay in whatever position one is in and simply hear about Krishna. И тогда он сказал следующий стих. В каком положении ты ни находился, просто слушая Кришну. And in this way we can conquer Krishna. И таким образом мы сможем завоевать Кришну. Although Krishna is never conquered, he becomes conquered by the devotee who hears. Ничто не может победить Кришну, кроме как того слушания о нем. So Lord Chaitanya said, Lord Ramananda Rai said, you don't need to change your position. Stay in whatever position you're in. Рамананда Рай сказал, вам не нужно менять свое положение, оставайтесь там, где вы есть. Sometimes people think, I have to give up, I have to renounce the world. No, you know. Некоторые люди иногда думают, все, я должен отказаться от этого мира, я должен сменить свое положение. You stay in whatever situation you're in, but hear about Krishna, associate with devotees. Находитесь там, где вы находитесь, но только общайтесь с преданными Кришны. And give up mental speculation. И оставьте различные умственные спекуляции. Give up the activities of the mind, trying to speculate, trying to be philosophical on by our own effort. Simply hear from the scripture. Оставьте свои мудрствования, измышления ментальные. Просто следуйте тому, что написано в священных писаниях. Try to understand we don't know anything. Пытайтесь понять, что мы ничего не знаем. Lord Chaitanya's spiritual master told him, "You are a foolish person. You cannot understand Vedanta." Учитель Господа Чайтаньи Махапрабху сказал ему, ты вообще глупый человек, ты не можешь понять Веданту. Just chant Hare Krishna. Просто повторяй Hare Krishna. So that is intelligence, to chant the holy name. И в этом заключается разум, повторять святое имя. But if you're thinking, I know something, I'm a learned person, I'm a scholar, then you're hopeless. Но если вы думаете, я что-то знаю, я ученый, я философ, это все. Это безнадежно. Как лично, да, вопрос может быть. Как ваши близкие отнеслись, когда узнали, что вы хотите стать монахом и впоследствии вообще до саньясу даже принесли? How did your relatives react that you accepted this renounced order of life? What was the consequences of your decision to your relatives? Well, that's not something which you can expect your relatives to encourage or support. Это не та область, где можно ожидать поддержки от родственников. If you're going to look to your relatives and family to encourage you, they will never encourage you to do that. Если вы хотите, чтобы ваши родственники вас вдохновили на это, они никогда это не сделают. You have to be convinced yourself. Вы должны быть сами убеждены. You don't come to your family members and expect them to support you. Вы не должны приходить к своим родственникам с надеждой, что они вас поддержат. Prabhupada left his home
because he saw that family life was no longer convenient for his spiritual practice. Прабхупада оставил дом, потому что он видел, что эта атмосфера она не способствует духовному, неудобна для духовной жизни. So the renounced order of life, he Prabhupada accepted with reluctance. He confirmed his decision from his godbrothers. They encouraged him that it was the right thing. Когда Прабхупада принял отреченный образ жизни, он его сделал охотно, и его духовные братья они вдохновили его на это. You don't go to the family, go to the spiritual family. Не нужно идти к своей семье, нужно идти к духовной семье. You consult the spiritual family about something like that. И нужно у духовной семьи спрашивать о таких вещах. But if you go back to the material family, you will never survive. Но если вы придете с таким вопросом к своей семье, вы просто не будете после этого. They will never encourage. Они вас никогда на это не вдохновят. У меня вопрос. Какова, что такое благодарность в духовной жизни? И какова роль духовного прогресса? И что происходит, если мы теряем не развиваем благодарность и теряем благодарность. What's the role of gratitude in the spiritual life, and what if we lost it or we don't develop it? What is gratitude? Thankfulness. Well, what is the role of gratitude? We should be grateful to the devotees, to the spiritual teachers. А мы должны быть благодарны преданным, мы должны быть благодарны духовному учителю. We should show our gratitude by engaging in service, taking up the mission of the people who showed us kindness. И мы должны показывать свою благодарность тем, что мы начинаем служить, участвовать в миссии. The spiritual teachers, they give you mercy, the senior devotees, they have given you help to encourage you in your spiritual practice. You should repay them. Or try to repay them by assisting them in their work. Старшие преданные, они дали вам свою милость, они дали вам дали поддержку, дали эту миссию. Вам нужно помогать в этой миссии. That as they helped you, you have to help others. Так как они помогли вам, вы должны помочь другим. That is the way of gratitude. Это способ отблагодарить. That you assist them in whatever they're doing. Помогать им в том, что они делают. And but it is said there's no way you can ever repay the debt. А также говорится, что невозможно никогда будет отплатить этот долг. Because they have given you something which is so valuable that you can never repay it. Потому что они дали вам что-то настолько ценное, что никогда нельзя будет отблагодарить полностью. So we can never think I've paid them back. I've given them back. И поэтому мы никогда не должны думать, все, я полностью отблагодарил человека, я отдал должное. No, we can never repay that debt, because what they have given so such great mercy, such kindness, that we cannot give it back. We cannot give back. We can never equal what they have given us. Мы никогда не сможем отплатить за то, за ту ценную вещь, которую мы получили. Мы никогда не сможем сделать ничего равноценного. So you should think like that. Поэтому нужно думать таким образом. We should be indebted to Srila Prabhupada. Мы должны быть благодарны Шриле Прабхупаде. He wrote so many books for us. Он написал так много книг для нас. And he established the Krishna consciousness mission so that we could be part of it. И он основал общество сознания Кришны, частью которого мы можем быть. Then we have a debt to Lord Chaitanya. У нас также есть долг перед Господом Чайтани. And the Goswamis of Vrindavan who also wrote many books. И перед Госвами Вриндаван они также написали так много книг. And we have a debt to Vyasadeva. У нас есть долг перед Вьясадевом. So we are indebted to all these spiritual teachers. Поэтому в долгу перед всеми этими духовными учителями. And we should try to pay them back to some degree. И мы должны пытаться отблагодарить их до какой-то степени. But we should never think that we can fully repay. Но мы никогда не должны думать, что мы полностью отблагодарили их.
So we show our gratitude by being faithful and being steady in our practice of Krishna consciousness. Мы можем благодарить, будучи стабильными и преданными сознанию Кришны. And by assisting in the propaganda, trying to share this knowledge with others. Участвуя в проповеди, делясь этим знанием, мы можем. What if we don't do this? We don't develop gratitude. If we don't develop gratitude. If we don't develop it. Если мы не развиваем, то у нас обратится. Вы обратили внимание, что не ценим, то есть как-то внимательно. If we don't value it. We don't value what we've been given? Yes. Then we are unfortunate. Тогда мы очень неудачливы. That we were given something very valuable, but we did not take care of it, we didn't value it, we didn't know how to use it properly. Then we are unfortunate souls. Нам дали что-то очень важное, что-то очень ценное, но мы не знаем, если мы не знаем, как с этим обращаться, как это использовать, тогда мы просто неудачливые души. We may not be able to value it immediately, but maybe later on in life we may value it. Возможно, мы сразу не можем по достоинству это оценить, но в течение жизни мы сможем. And may even be in the next life before we value it. Возможно, даже только в следующей жизни мы сможем оценить это. But just the fact that we have contacted the Krishna consciousness teachings, to some extent we have become involved with it, we may not have fully taken up the practice, but we have been greatly benefited. Даже просто столкнувшись с сознанием Кришны, получив какие-то наставления, мы уже получили огромное благо. And in course of time we will come to value it more. И со временем мы сможем ценить это больше и больше. Initially we may not understand. Изначально мы даже можем не понять. It may take more time. Это потребует больше времени. Just like you plant seeds in the ground, and seeds they don't all grow at the same speed. Some seeds come up very quick, and other seeds take a long time. Подобно тому, когда мы сажаем семена в землю, некоторые всходят очень быстро, но некоторые прорастают через долгое время. So as our devotion increases, we will value it more. И когда наша преданность будет возрастать, будем ценить это больше. And when we value it more, then we will feel more gratitude to those who helped us. И чем мы больше будем это чувствовать, тем больше у нас будет являться благодарности к тем, кто сделал это для нас. I couldn't find the answer to your question about Doya and Kripa. Я не смог найти ответ на ваш вопрос о Дое и Крипе. You ask somebody else. Спросите кого-то другого. If I find out, I will write it in an email and send it to Tatyana. Если я найду ответ, то я напишу вам в e-mail и пошлю Тане. But I couldn't find anything in my, not in my computer. Я сейчас не смог найти ничего на своем компьютере, таких файлов. I don't see anything in Prabhupada's books. И в книгах Прабхупады я тоже не увидел. One more question. По поводу книг Бхактисиддханта Сарасвати Такура и Бхактивинода Такура. Ну, то есть, как это, если преданные читают эти книги, влияют также этих ачарь, ну, знания через этих ачарь. It's a question in respect to Bhaktivinoda Thakur's book. And Bhaktivinoda Saraswati's book, but these books, what if devotee read these books? Well, first you read Prabhupada's books. Сначала нужно читать книги Прабхупады. First you should understand carefully Srila Prabhupada's books, then you can go on to read other books. Сначала нужно очень хорошо понять Шрилу Прабхупады, только тогда можно читать другие. You should be careful about reading other books. Нужно быть очень осторожным, если читаете другие книги.
because you don't know who has translated them and if they have translated them properly or accurately. Вы не знаете, кто перевел эту книгу, правильно ли, качественно ли она переведена. Srila Prabhupada was confident that everything necessary was in his books. Прабхупада поместил все необходимое в своей книге. You want to read other books, then first you must please study very carefully Prabhupada's books. So when you have completed a careful study, then you can go on to read these other books. Если вы хотите читать другие книги, вы сначала должны очень внимательно изучить все книги Шрилы Прабхупады, только после этого можете приступать к другим. The books of Bhaktivinoda and Bhaktisiddhanta were written in a different time, in a different culture, but Prabhupada's books were written in a much more current situation. Книги Бхактивинода Такура и Бхактисиддханта Сарасвати, они были написаны в совершенно разные периоды времени. Это было далеко от нас. Прабхупада написал книги в более современный период. So I always tell devotees, first you read carefully Prabhupada's books. Я всегда говорю преданным, читайте очень внимательно для начала книги Прабхупады. Then you may consider reading other books. А затем решайте, нужно ли читать другие книги. Some books now have been brought out by the BBT. They would be authorized. Books like Brihad Bhagavat Amrita and Lago Bhagavat Amrita and Krishna Lila Stava. These books are all written by ISKCON devotees. Есть книги, которые сейчас печатают BBT, Брихад Бхагават Амрита и еще какие-то книги, которые я не слышала. То есть они авторизованы преданными ИСККОН, то есть их BBT можно читать. So they're considered safe. То есть это безопасно. Bhanu Swami is also translating a lot of books. Bhanu Swami также перевел очень много книг. Many of the commentaries on Srimad Bhagavatam. Многие комментарии на Шримад Бхагаватам. They're very для прочтения. But actually, there's enough within Prabhupada's books to keep everybody busy for a long time. Но на самом деле даже только книг Шрилы Прабхупады достаточно для человека на очень долгое время для изучения. You read them and you discuss with others. Вы должны их читать и затем обсуждать с другими. More important than reading is discussing and explaining. Гораздо более важное, чем чтение, это обсуждение с другими и объяснение этих книг. Big scholar. Не пытайтесь стать большим ученым. Don't just only read books, but share what you're reading. Не читайте слишком много книг, делитесь тем, что вы прочитали. Наверное, Махараджа был такой период, когда он совершал какое-то служение, да, и появлялась гордость внутренняя, что я такой классный, совершаю служение, и, ну, допустим, некоторые не разделяют твоего рвения. Как он с этим боролся? Maybe in your life was a period when you did some service, rendered some service, and you felt inside some proud and big enthusiasm to do this, and other devotees not share it with you, your enthusiasm. How did you manage with this situation? I'm sorry. Well, yes, when we become proud, then it is said pride comes before the fall. We become proud of our service, then very soon we will fall down. Если мы почувствовали внутри себя гордость, то есть такое выражение, что за гордостью приходит падение, значит, где-то падение уже недалеко. So we should be very careful that if you're becoming proud about
doing some service. It's not very good. Поэтому мы должны быть очень осторожными, чтобы не гордиться. Это не очень хорошо. But rather we should consider whatever we're doing by the mercy of spiritual master. Мы должны считать, что все, что мы делаем, у нас получается только по милости духовного учителя. By the blessings of devotees. И с благословения преданных. We always want to get the blessings of devotees. Мы всегда должны хотеть получить благословение преданных. We want to please the devotees. И доставить удовольствие преданным. So yes, sometimes you do something and you feel proud. It's not very healthy. Да, иногда вы что-то делаете, вы чувствуете внутри гордость, и это нездоровая ситуация. We want to become humble. Мы должны стать смиренными. So Krishna's when Krishna gives special mercy to someone, he takes everything away from them. Krishna иногда дает таким преданным особую милость, он забирает все у них. Puts them into a helpless condition. Он их ставит в безвыходное положение. Then when you're helpless, then you can become very humble. Когда вы находитесь в таком положении, тогда вы становитесь очень смиренными. That's nice. It's a healthy. Это здоровое состояние. Just like Prabhupada went to America. He went to America with nothing. Как, например, Прабхупада приехал в Америку. Когда он приехал, у него ничего не было. He was helpless. Он был абсолютно беспомощным. And so because he was so helpless, Krishna sent him everything. И потому что Прабхупада был в таком беспомощном состоянии, Кришна дал ему все. But he never became proud about it. He said, "It is all the mercy of my spiritual master." Прабхупада никогда этим не гордился. Он всегда говорил, что это милость его духовного учителя. The devotee will always give the credit to his superior. Поэтому преданные, они всегда дают все, все восхваления дальше. Своему, тот, кто стоит над ними. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Shri Narasimha Maharaj ki jai. Jai.